Сегодня 80-й урок довоенной подготовки. Сегодня у нас только 12 человек, понятно. Конец августа, все разъехались. Отработаем сегодня тактику в лесу. Перемещение в боевом порядке. Отход. Да, Мулын? Так точно. Протяни прямо. Смотрим сектора. Полунин, что ты к нему вот это самое? Я вот еще раз говорю, дистанция должна быть такая. Смотрим свои сектора. Давай! Только что наш боец прибыл в зону СВО. В отпуске. И в отпуске решил прийти на довоенную подготовку опять к себе в клуб. Правильно? Да. Такой загорелый. Похудел на 30 килограмм. Давай! Сын, правее уйди сейчас! Рожать и горы сюда, потом не сцену. Очень маленькое расстояние, Саша. Смотри, вы сделали как будто круговую оборону. Да и позыку шире встаем. Левый фланг, тапки. Нет, налево ушел, быстро. Молодой, левее убегай. Еще левее убегай. Хорошая линия. Все, двигаемся, накатываем дальше. Поехали. Самостоятельно. Держу. Все, накатом. Накатом, не жди. Быстрее. Лёд. Сергей, почему тебя тянет к командиру? Он тебе что, нравится, что ли, а? Ну вот посмотри на него, я понимаю, нет, он на самом деле не очень симпатичный. Саша, посмотри. Улыбнись. Не очень. Ну не очень, да. Все, побежал ты. Вы все сейчас ушли туда. А я не знаю, что... Уходите правее! Полуприседи, я сказал, а не ходим! Так, у нас сейчас одна группа наступает, другая отступает. И посмотрим, сохранится ли у них боевой порядок. Сам автоматически подходит. Сразу вперед. Рожу вытягиваемся. Потом ты, понял меня? До конца работает. Держу. Слишком далеко не бегай, ты 100-метровку. И жди, когда они сейчас подойдут, это неправильно. Давай, молодой. Нельзя так бегать, я сказал, 3-5 метров. 100 метров побежал, блин. Теперь ты, вы в двойке работаете. В двойке. Давай, я не убегаю. Да, не забывайте, что красного. Покажи улыбку. А, как звать тебя, воин? Ахиллес, сын Пелея. Сын Пелея? Да? Вот он, мы нашли его. Мулын, подтягивайся быстрее, не убегай, что ты стоишь? Вы ждете команды, и вы тормозите. На колени. Побыстрее, Саша, сам беги. Вы когда ляжете, вообще вас не видно. Вообще. Видим противника? А? Видите противника? На месте! Осмотреться! А дистанция буквально 10 метров. Вот они все лежат. Вот что значит лежать. Когда вы присядете, вы еще меньше мишень, вас меньше заметить. Ну, кроме Влада. Влада заметишь и лежа. Нет, сейчас уже нет. Раньше можно было, шучу. Вот что значит. Посмотрите, лиственница и нормальный подобранный камуфляж. Это еще без маскировки. Вот встаньте. Видите их? Ну вон ноги, да? Да. А так вот они все за деревом. Санечка, кого бы пристрелил бы? Пухлиша, да, вот это? Вот. Не, я бы из своей команды всех расстрелял. А ты своей команды? Да. Кроме молодого. Молодой нормально, да? Да, нормально. Молодой, ты понравился командиру. Потому что у тебя волосы длинные. Слишком прошире линию сделать, и что-то, видишь? Давай, сюда! Держу! Быстрее! Так, эта группа увидела вон ту группу и начинает развертываться в боевой порядок.
Все, все, вперед, наступаем, наступаем, все, присел. Наступаем, все, ты лег. С колена стал, перебежками. О, молодой тебя. Отступаем, группа! Быстрее, побыстрее! Пошел! Давай, 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 сам наступай уже, сам принимай. Общая команда, разрядить оружие. Вытаскиваем магазин. Несколько раз холостой на предохранитель. И потом магазин вставляем.